Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом Аль-Фалихом. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества. Прежде всего, практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию в августе этого года. В начале встречи министр инвестиций поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль-Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммада бин Салмана Аль-Сауда. Глава нашего государства с особым удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Так, с начала года объем взаимной торговли увеличился почти в 10 раз. В нашей стране созданы 40 предприятий с участием саудовских инвестиций. Совместно осуществляются крупные проекты в области энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, банковского сектора, телекоммуникаций, медицины, туризма. При поддержке Саудовского фонда развития реализуется ряд социально значимых программ в сфере здравоохранения, образования и водоснабжения. Высоко оценены плодотворные итоги состоявшегося сегодня бизнес-форума с участием более 30 ведущих компаний Саудовской Аравии. Одним из важных результатов мероприятия стало подписание инвестиционного соглашения с компанией «Аквапауэр» о строительстве трех ветряных электростанций в Кунградском районе Кыргызстана. В ходе переговоров были также обсуждены вопросы продвижения крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии. Достигнута договоренность о дальнейшей активизации взаимодействия для ускорения реализации уже начатых и подготовки новых инвестиционных проектов, в том числе по линии созданного делового совета. Отношения между Узбекистаном и Саудовской Аравией особые. Они вышли на качественно новый уровень после исторического визита господина президента Шавката Мирзиёева в нашу страну. В его рамках было подписано свыше 30 договоренностей, в том числе на уровне частного сектора. В Узбекистан и на этот раз прибыла очень представительная делегация. Главная цель – обеспечение реализации достигнутых в ходе вышеназванного исторического визита договоренностей и рассмотрения с нашими партнерами новых проектов. В рамках нынешнего визита мы подписали договоры в энергетической сфере. А в ходе встречи обменялись мнениями и по совместным проектам в сферах недвижимости, приватизации, сельского хозяйства. Мы уверены, что создаваемые в Узбекистане благоприятные условия еще больше повысят привлекательность страны, увеличат число инвесторов. Сегодня состоялся уже второй в этом году бизнес-форум. Первый прошел, напомню, на полях визита президента Узбекистана в нашу страну. Я лично также принимал участие в работе инвестиционного форума в Ташкенте в составе большой делегации Саудовской Аравии. По итогам нынешнего бизнес-форума мы достигли важных соглашений о партнерстве в сферах энергетики и трудовых ресурсов. Но это только часть. Нас ждет еще много договоренностей и проектов, которые будут реализованы уже в ближайшем будущем.